В Ульяновской области работу сферы здравоохранения можно оценить удовлетворительно. Есть над чем работать. Это кадровый голод, большие очереди в поликлиниках, короткая длительность приема специалистов, нехватка нового оборудования. К 2026 году каждую из проблем обещают решить. Через партийный проект «Здоровое будущее» привлекут и поддержат молодых специалистов. Необходимость в этом остро чувствуется в селах и деревнях области. Он позволяет закрепить кадры на селе, создать спокойную обстановку для доктора, который будет работать. Потому что когда врач приходит работать без интернатуры, без ординатуры, ему очень и очень сложно. Ему всегда нужна помощь, ему всегда нужен наставник. Появятся новые руки, снизится время ожидания приема врача. Сейчас, если говорить по собственному опыту, он составляет от 30 минут в утренние часы. Это чтобы попасть к терапевту. Точечно исправить ситуацию уже пытались. Настало время полностью пересмотреть модель медицинской организации. От желаемого результата на данном этапе отделяют 22 критерия. Один из критериев – это количество пересечений потоков при проведении диспансеризации. То есть речь о том, что пациенты, которые пришли на профосмотр, диспансеризацию, не должны перемешиваться с потоками больных. Кроме того, планируется привлечь глав муниципалитетов. Это поможет проводить диспансеризацию в селах и деревнях. Для их жителей тяжелее всего проходить медосмотр. На апрель самый низкий охват процедуры в Базарном Сызгане и Сурском. Глава регионального Минздрава Александр Гашков добавил, работать в этом направлении нужно не для галочки, а для блага ульяновцев. На самом деле есть вопросы, которые, ну, в рамках которых мы должны привлекать, в том числе и внешние силы. Вот. Только задача у нас одна. Задача помогаем спасение здоровья, жизни нашего населения. А в 2022 году в диспансеризации взрослого населения участвует 37, проведение диспансеризации взрослого населения участвует 37 медицинских организаций. А более 300 тысяч человек в текущем году подлежат обязательному диспансерному осмотру. Для тех, кто перенес ковид, открыта углубленная диспансеризация. К обязательным процедурам добавляется сатурация и спирометрия. Прохождение подобных осмотров поможет выявить болезнь на ранней стадии, предотвратить осложнения, как следствие улучшения здоровья людей, рост продолжительности жизни. На это и направлен проект «Здоровое будущее». Александра Никитина, Сергей Кудаков, УПРАВДА ТВ.